Ajmat. So this car stopped for us. We waited less than 1 minute. Do you drive to direction Dubai Ras Al Khaimah? Yeah. Yes. Can you take us? Врач такой. Салам алейкум. Just a second. Шукран. Шукран. Is it first time when you stopped for somebody on the road? No, no, here we are, maybe they will stop. Really? Yes. We are people that are helpful, but there are some rules to don't pick up the people in the airport. Because it's dangerous, because sometimes they make an accident, you don't know the people who are taking with you. But you're not afraid? I am not. Very good. Is there anything happening from God? Does happen, happen from us? Previous driver, Ibrahim, put us in a taxi for 45 kilometers to our place near Ras Al Khaimah. Very kind man. Я сказала кодовую фразу «Слава Пакистану», короче, и таксист в Пакистане... Я сказал самого известного человека Пакистана, Беназир Бхутто. И таксист решил нас угостить чаем. Вот так вот. Пакистан зиндабад. Мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой, если бы знал женскую таксисту. Мы едем по Эмирану с пакистанским таксистом и слушаем Аллегрову. Это жесть. Владимирский централ, этапом из двери, лежит на сердце тяжкий груз. Этот день скажу, милости и привет. В этот день я зрелость возьму билет. В этот день и водка, не вовремя. Наш Калыч нас, походу, пригласил в ресторан, в морскую кухню. Где мы будем ресторан, да. И, короче, вот мы будем сервировать стол. И тут нет интернета. Представляете? Но здесь цены дешевле, чем в Дубае. Я думаю, в Дубае такое стоило бы намного дороже. Да, да. Окей, thank you. Вот так вот дверки закрываются, чтобы была обстановка интима, короче. Тут можно сделать все, что угодно. Высший класс. Это наш сирийский друг. Сирия. Now we sit with our couch surfer Osman, and he arranged this very nice shisha for us. We sit at the place of his friend, and here are only men. People come here to watch football and smoke shisha. Мы сейчас. Мы сейчас, короче, на шикарной вписке и слушаем Владимирский централ. И тут у нас вид на бассейн, короче, да, и это вид на море, пляж, там все дела. И четкая музыка, в общем. А это наш хост, полусирийец, полуараб, Осман. Ну, короче, он наш, просто мама с Эмиратов, папа сирийский. Ему нравится Михаил Круг. And we will enjoy this beautiful view from here. С семками. Семкоеды. Вау. It's the Jebel Jais. It's the highest mountain in the Emirates. Сейчас, короче, пришли в кафешку, Осман нас привел, и тут нам принесли вот такие вот голубцы, да, и рис как на поминках, по вкусу. И он сказал, что это особенный рис. Вот, короче, вот. Всякие надо штихи у нас. Дюбенчук, прямо лучше.
Now we came to visit a Belarusian girl and Pakistani man, and Nadia prepared Russian dinner. It's гречка. First time we see it in Emirates. Yes. Поздравляю. Пизда, Горка. Горка? Yeah. How do you know this word? We went to attend that wedding, and she was her friend. Mm-hmm. And she told me that when you meet them, the husband and wife, and you have to say Горка. Поздравляю, иншую Горка. And they started kissing. Горка. Горка. Почему Горка? Горько? Во что на самом деле? Горько! 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 Горько это вообще... Горько это сладкий фил. No, because they cannot stand out this song. Sorry, yeah. Горько! 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 View on a million toppers. Ставим этому месту лайк. У дома возле, в пригороде Рас-аль-Хайма стоит машина, ну, с местным номером, но из города Казань. Так как здесь много русских, нам рассказывала Надя. Даже у нее на машине там прокуратура города Москвы или что-то такое, или прокуратура России на знаке. В нашем дворе, в общем, стоит брошенный Ламборджини, на котором уже нарисованы неприличные рисунки. Так вот бывает вот в Эмиратах. Зажравшиеся буржуи. В общем, у нас сегодня тур по бассейнам, которые находятся возле нашего дома. Это следующий бассейн. Вот здесь такие коттеджи, типа таунхаусы, да? Тут один большой бассейн, и еще вон для детей, там даже горки есть. Вот, и мы как бы можем купаться во всех бассейнах. Не только тот, кто... Все для людей, прям от души, от сердца. By the fire in the middle of desert. It's a road here, but it's middle of desert because all this peninsula is a desert. And this is like a Formula One race here because these cars are crazy. Arab people crazy. Everyone is like Schumacher. Mm-hmm. Definitely. Yes, we have here international friendship. Syria, Ukraine, Russia. It's, you know, all countries fight. But we don't fight. We don't want to fight. Да, три страны, которые воюют. Это все война, да. Yes. Наша это арабская сказка продолжается. И сегодня мы уже записаем третий день здесь, вот, в этом шикарном районе. Да, и вот этот дом, который посередине, это наш. Там еще несколько бассейнов. Да, везде. Тут все в 10-минутной доступности пешеходной. Вчера мы ездили в пустыню. Да. Сегодня, наверное, поедем. Сидели на пустыне, скорее всего. Вообще классно. В общем, пустыня, прямо море. Отдыхаем прямо от даже души, не море, от сердца. Океан, Индийский. Да, это Индийский океан, и там уже, в общем, через этот залив, это там уже Иран. Да. А в ту сторону Индия. Угу. Вот так что у нас прям, как сказать, ну, просто прямо лучшие. Высшие, да. Лучшие. Отличный у нас отдых, отличный кругосвет. Нету равных. Еще такой момент, в общем, плавали в море только мы. Да. Другие, самые отчаянные из отчаянных, они заходили только по пояс. С такими этими, да, криками, там, в общем, дрожали. А мы так это, раза три, наверное, да, заплыв? Да, три раза, заходили, да. Да. Так вода на самом деле теплая. Дыков на 23. Да, 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 не холоднее, чем в бассейне. Купаются, очевидно, только русские. It was our sweet home for 3.5 days. Here in the village Al-Hawra, near the town Ras Al-Khaim. Persian Gulf, Indian Ocean, private swimming pool for this building, big balcony, and our brother, Syrian guy, Osman.
He became our brother in heart. What, which words you know in Russian? Ништяк. 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 And dad. Да. Брат. Брат. Today is our last day in Dubai, and this is last sighting Burj Khalifa. And today is the most hot day during all our trip around Emirates. The fountain works only in the evening and night time. Unfortunately, I haven't seen it, dancing fountain. Stop by hitchhiking. Is it allowed to go by bicycle here? Yes? It's not allowed, but a lot of people do that. I cycle too. Ukraine. Ukraine, Russia. Yes, yes. And where you come from? You India? Yeah, we go to Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah? Yes, yes. Yes. But take care, I think nobody will stop, same like us. Really? Машина застопилась с другой дороги, и женщина предложила нас подвезти туда, куда ей хотят. Такие добрые. It's first time when we're going with Emirati women. Women very helpful. Us. Yes. We forced to go with them because they wanted to help us very much. Yes, we didn't have a space even, and we were on the other side of the road. Help me, Saudi girl. Thank you very much. Thank you. Все, я заснимаю. Охренеть, две саудитки нас взяли автостопом и даже вообще не поленили застопиться. Hitchhiking inside the city. We waited maybe 10 minutes. We're going straight. But I didn't know. Yes. Yes. Thank you. Salam alaikum. Thank you. Thank you, guys. These guys drove us 50 kilometers our way, and we have to go now back. So we drove 100 kilometers just to bring us directly to our place. One guy was from Sri Lanka, and another was from Pakistan. Very nice people.